Расстояло сухо. Вот здесь вот болотина. Я обычно не проезжал, но надо посмотреть. Раз сухо, значит, можно и проехать, наверное. Красноголовых на жареху набрать. Тут как раз вот в болоте-то и могут быть. Вот где влага еще, вода стояла. Так, сейчас мы их сложим. Дома разберем. Не буду время терять. Ну что ж, не так уж здесь и топка сейчас, здесь он вообще он высохло, да, высохло. Самое-то неудачное место на букву Г, оно вон там, вон дальше. О, красота какая. Хорошо. Вот красавцы какие стоят, меня ждут. Вообще красавец. Вот еще один. Здесь еще. А там вот дальше старенький и еще один. Ну, в общем, неплохо. Неплохо. Да нет, конечно, ехать можно. Ну, это старый грибок, наверное. Ничего там и нет. Хотя ножка неплохая. Ножку возьму. Все, белка шпарит прямо над ямой. Хвостом машет. Что за праздник? Какие муравьи тут большие. Людоеды.